Реклама Мэрилин Мэнсона. Фонарик найти. Ну не говори, что ты его забыл. Я его не забыл. Все, теперь можешь пожаловаться, как долго мы сюда добирались. Я лучше промолчу о том, что мы шли сюда около часа. Лесами, и полями. Да, тропинами непонятными. Зато покажи, куда мы дошли. Ну, вот в какую-то пещеру мы сейчас будем забираться. Если обратный путь будет такой же долгий, то я вернусь. Вы останетесь жить в пещере. Блин, мне не найти второй фонарик, у меня столько барахла. Короче, ты без фонарика. Забраться вообще. Бля, это стрёмно. Стрёмно, да. Бля. Ой-ой-ой. Ну нормально тут. Тихо. Deep Sky здесь. И попался еще. Давай, иди. Чё у тебя красный, Гарри? А? Чё красный? Какой на фон? Чтобы не завалиться никуда. Ой-ой-ой. Опа. Мне прямо в голову свечи. Тихо. Не понимаю, мы дальше пройдем или нет. Пока не вижу прохода. А? Идем дальше. Да? Главное, не провались только никуда. Да, не хватило в шахте провалиться. Экстренно эвакуировать, дойдя до цели. Водичка. А фонарик на лбу вообще включен? А? Фонарик на лбу включен вообще? Че? Включен фонарик. У тебя нет? Да. О. Блять, как это все обойти весело.
А? Надел я новые педали, чтобы по говну ходить. Я тебя предупреждал. Тут тоже кто-то, походу, фотосессию устроил. Типа этих? Ага. Они там с этим. Че? Ну, не, у них там дрон был, да, еще да. Что-то. Мало прошли, я уже устал. То, что, значит, давно не лазил. Почему я устал? А? Я говорю, мы так мало прошли, а я уже устал. А все, почему я устал? Почему ты устал? Потому что мы сюда почти час шли. Ну так ты сам же знаешь, что это такие самые доступные и самые недоступные дебри. Не ближний свет. Прикинь, тут сколько порода обваливается. Угу. Каждый год все больше и больше. Ну да. Они, похоже, не рискнули идти сюда далеко. Еще пару фото сделаем. Наскальная живопись. А? Ты репортаж ведешь? Кого? Репортаж был, все ведешь? Да. В принципе, все однообразно. Блин. Вообще неудобняк. Что ты, одинокий воин? Да, я там пару фоточек сделал. Когда я еще вот сюда заберусь, навряд ли когда-нибудь. Здесь, в принципе, смотреть как бы нечего, но иногда можно разгуляться. Опа. Блин, сюда жестко забираться будет. А? Жестко, а сам залетел. Я старый, больной человек. Попрошу заметить, у меня уже 30 лет. Ой. А в моем возрасте все намного тяжелее. Да. Ну тут такой теперь даже спу... Ого. Ого. Не. А, ну там уже выход дальше. Как тут спуститься? Подожди. Не экстремально. Не быстро. Куда ты провалился? Ты гонишь. Мы уже телепортировались, в принципе. Слышишь? Ага. Блин, фига-то столько слоев уже обвалилось. Смотри, тут можно по этим посчитать слои обваленные. Ах, дерьмище.
есть немножко опасненько. А? Есть немножко опасненько, но можно еще. Да, блин. Я тебе скажу, трамвай чаще людей сбивают. Да, хотел сказать, это шанс один. Очень много. Тысяч. Вообще правильно как бы идти по краю. Правильно не значит удобно. А? Правильно не значит удобно. Ну да. Правильно вообще посидеть дома, вон мышь летучая. Где? Там где-то летает. Вон. Правильно сидеть дома и смотреть видос. Да. Ой. Так. О, нифига, тут впереди опять такой бурелом. Опа. Опа. По-моему, тоже это просто проходная. Ну, как бы эти уже, которые бетонные. Хотя, сейчас посмотрим, я не помню уже. Да. Да, здесь я с цепом лазил. А? Здесь я с цепом с этим. Наверх проход лазил. Оттуда? Да. А. Ну, тут довольно-таки проходим. О, запах такой, гарью какой-то. Батарейку надо заряжать, фонарик. Денжу. Может, проходите тоже? А, да. Ну да, это мы были, получается, в четвертой с тобой. Тут я не знаю, что тут. Тут, скорее всего, какой-то машинный зал какой-то был. Генератор или еще что-то стоял когда-то. Блин, а мы прикинем, когда молодые были, мы тут просто ходили как бы без фонариков, то есть при входе стояли, вот ждали, пока глаза к темноте привыкнут, и шли вот так вот. До сих пор такой вот характерный запах, я не знаю, какого-то, бля, дизеля или чего-то. А? У! Глухую! Кому не спится в ночь глухую? О, привидение светится. Ты видишь эту медвежью рожу? Или что это? Батарейка. А? Батарейка у меня.
Да, кто-то зажопил зарядку. А? Да, да. Ну, не хочешь присесть на стульчик? Это же какое-то типа искусство, типа. Блин. О, Володька, ну-ка вставай рядом. Чё, да и какой он такой, ну, футуристичный. Ну и как хочешь. А... Встал бы череп с черепом. Сорви с себя оковы, прими свободу, как данное. О! Ну-ка, стой. Ты видел? А? Смотри. Чё? Ты граффити как искусство не коллекционируешь, рисунки настенные? Дожди, тебя не слышно, может быть. Нет. А там нифига нет, мы туда же лазили, по-моему, с тобой даже, да? Да, и ссылки есть. А? Ну вот и снова телепорт. Ну и еще один портал. Но он затоплен, кажись. По-моему, да. Блин, тут сегодня что-то довольно-таки людно. Да. И он, ну и насколько я знаю, он тупиковый. Пройдись вперед. Да ты там не там лед, ну. Блять. Как я выбираться потом буду, слышишь? Ну, чтобы я. Ну, у меня тут не батарейка, кто это смысл уйти туда? Не, тут лед совсем тоненький, ты че? О! Не. Я не знаю, сколько на улице должно быть минус, чтобы, ну, тут хорошо лед встал. Ты мне говорил, что она сейчас по льду, мы пройдем. Это где-то я не про эту ледяную говорил. Какую? Там, где сосульки. Где сосульки? Да. Ну, ты не, не до... Ну, блин. Да. Если ты хочешь там, я не знаю, по бездорожью совсем идти, возвращаться, то мы можем как бы до нее добраться. Нет. Но это пипец. Будет. Впадлу зайти. А? Впадлу идти обратно. Ну еще один портал остался, такой же вот, по-моему, каменный, и все. Где-то там впереди, если я не ошибаюсь. Ну раз следы идут туда, значит там. А? Раз следы идут туда, значит там. Ты хоть помнишь саму историю, что это? Помню, но рассказывать не буду. Давай. Нет, кто захочет, сам найдет в интернете. Так... Склады Петра. Печки, да, печки на склады. Их так и не достроили, по-моему. Нет, не достроили, их должно было быть намного больше по плану. Но потом оказалось, что это уже ненужное, необходимое. В принципе, весь Балтийский берег, как бы, но
в этих укреплениях Петькиных. Сюда было вложено такое количество денег, если посчитать на нынешний курс на евро. И в итоге, блин... Да золото было! Золото, не золото, в итоге потратили, там не могли бы быть на что-то полезное, действительно. Блин, ну на барон утратил, чё? Лошара, раз не достроил. Да, он тут последний, по-моему, портал и всё. А может нет. А по-моему, да. Опять. Ой. Да. Че, телепортируемся? Ну, на последний-то хватит. Давай. Печально. Перейдет. Вообще, в Эстонии такое, самое такое баянное место. Да, самая знаменитая помойка такая. Ну как? Народ все равно ходит. Как бы. А? Ну сюда даже экскурсии водят. Да. Это не в мороз, видишь, я ничего не вижу. Здесь там такой. Которые вообще никогда не выбирают. Действительно, им на первый раз будет этому, возможно, даже интересно. Ну да. Ну как бы я считаю, что если куда-то двигаться, куда-то в серьезные места, то вот какую-нибудь шахту заброшенную. Или еще, ну, это для старта вообще замечательно. Надо по весне сюда будет вернуться. Когда снег сойдет, тогда можно будет... Ну, единственное, не увидим ледяную пещеру, да. Но, блин. Зимой-то она прикольная, потому что сейчас не хочется вот этим кругам гулять. Чем-то этот даже напоминает, короче. МРУ. Ну только хотя там, по-моему, тоже где-то широкие ходы были. Че? Лучше я стану монстром, чем перестану чувствовать. В следующей жизни, когда я стану монстром. Володя Водкин. Твои надписи? Нет, Володька уже давно. Ну так может ты когда-то здесь проходил, увековечился? Нет. Это вообще коротыш такой. Он уже конец. Свет в конце туннеля. Можем эпично здесь, ну блин, куда бы камеру подкнуть. Подожди. Ну если, блин, он так, он будет вверх снимать, ну да. А что хотел? Свет. Ну, в принципе, можем где-нибудь здесь постоять, выпить пивасик. Отчасти за успешный поход. Поход такой, не поход. Давай, расчехляй.
Если что, это не реклама, но пиво безалкогольное. Ну, ты себя сейчас снимаешь? А? Ты себя сейчас снимаешь? Да. Пить хочу. Ой, хорошо. Надо вообще Минздрав предупреждает, что алкоголь вредит вашему здоровью. Поэтому мы пьем безалкогольное. Ваше здоровье. Че, давай трави какие-нибудь байки. Не. Из хлеба. Я же вообще не общительный человек. С меня два слова скажу уже хорошо. Ты много слов сегодня уже наговорил. Конечно, такой дорогой идти. Просто непроходимыми тропами час идти. Я-то рассчитывал на ледяную, а если там вообще этот, как его, тропинки нету, туда идти. Ну вот мы когда вошли на вот этот на поворот, на дорогу, я как бы шел, там было раз, два. Я не помню, их вообще, по-моему, 7, если не ошибаюсь. 7 или 8 должно быть, да. А нет, мы в прошлый раз были, уже снега не было. Не было. Но лед еще был в пещере. Внутри, да. Потому что мы же там поверху ходили, да, где провалы уже. Я там еще 2 сальтухи такие сделал нормальные. Я не помню. Не помнишь, я вот так вот просто сумму прищу. А, ты жопой просто на жопе проехал просто. Ну это в ледяной как раз и было. Да. Ну, значит, будет есть повод вернуться. Ну, надо куда-нибудь в более интересные места возвращаться. В более интересные места куда-нибудь надо возвращаться. Да блин, мне как бы, ну... А зимой вообще впадло куда-то идти. А? Зимой вообще впадло куда-то идти, холодно. Ну блин, несколько. Ну есть места, но они не доступны. Плюс хорошие места зимой, если идешь, то ты оставляешь свои следы, которые лучше вообще не оставлять. Следы оставляешь, которые лучше не оставлять на некоторых местах. Не, да это пофиг как бы. Следы и фотографии можно оставлять. Ну, лучше не оставлять, потому что если есть следы, значит туда еще может кто-то пройти и посмотреть. Ну, за вас спалится, да. Ради любопытства ты народ спалишь за вас. Я бы на Горхолл, может быть, еще вернулся разок. У меня видоса оттуда не осталось, фоток. Фотки есть, видео нет. А ты снимал видос? Не, я только фоткал, поэтому я говорю, что я бы еще, может, вернулся. Ну, ну, так короче, видос на канале есть же. Короче, есть же куда. Нет. Загнивающий Горхолл. То, что не покажет. Ну да. Официально мы были там 30%, может, из-за этого. Ну реально, это реально когда-нибудь рухнет все. Нафиг. Так они и ждут. Они по закону не имеют права ее сносить. Спонсора, чтобы это все сделать, нету. Так поэтому... а что там делать? Ну куда там, ну... Там на самом деле там проще снести и заново построить. Ну, поэтому я говорю, они вкладываться не будут, они подождут, когда он еще более в такое непригодное состояние придет и просто скажет, ну, сорян, он разрушился. Нас ну, оно и так в непригодном состоянии. У нас не было денег, чтобы его, знаешь, как бы оживить. Последние два мероприятия какие там самые стрёмные были? Это то, что Нолан снимал фильм. Да. И этот, когда дроны там взлетали с площадки, когда там этот Горхолл ходуном заходил. Бедолаги же обосрались. Ну как? Там столько народу. Ну конечно, внизу ты видел, все течет, все гнило. Сваи все просто ну. Да как бы если покопаться ну, в истории, там под эту Олимпиаду делали все так быстро, как бы с такими нарушениями норм. Конечно. Как бы ни о каком качестве, как бы, ну, речь вообще не шла. На батарее тоже уже нечего показывать. Хорошие люди. Последняя возможность увидеть батарейную тюрьму. Да, если было, что там смотреть.
Самый прикол, что народ ходит еще. На мануфактуру народ ходит. Там голые стены, там вообще ничего внутри нет, вообще чисто. И вот этот, ну блин, я так вот тогда жалею, что мы не влезли. Угу. Не, ну тогда хотя бы какой-то хабар там еще, хотя бы что-то из мебели, еще что-то было, когда мы лазили там. Ну да. А сейчас там просто я ради интереса забрасывался туда, там голые стены. Охрана прилетает сразу, знаешь, там, как будто там есть что сломать, есть что сжечь или еще что-то, не знаю. Даже малолеткам ловить нечего. Да это все и печально, что, блин, как бы никакой культуры нету. Угу. В Эстонии нету вообще. То есть, если где-то ты залаз запалил, то будь готов к тому, что туда уже никого не приведешь, ничего не покажешь. Ну да. Потому что все, что можно вынести, вынесут, все, что можно сломать, сломают. Да, все случилось как бы вот за 2 года. Коронакризис. Да. На кризис люди дома сидеть не хотели, все куда-то забрасывались, по итогу все разворовывалось. А ты же был сам в этой деревне там, по-моему? Да. Ну, которые сожгли потом по итогу. Угу. Да, у меня фотки еще оттуда есть. Я не знаю, ну у меня где-то должны быть, а может нет. Блин, ну я так вот жалею, что тот Покафон, блин. И я с мануфактуры, у меня пропали просто все фотки, свидался. Ну да. Давай. Давай, скажи коронную фразу. Да. Что там говорить? Ты хочешь этот видос выкладывать? Да. Смотреть нечего. Да ну пускай как бы. Ну, все равно заходите на канал. Мама Чоли же хотела на тебя посмотреть. Да, заходите на канал, смотрите. Можешь ей передать привет. Там, не знаю. Лайкайте, если какие-то видосы понравятся. Может, будем что-то еще укладывать. Пока всем.